Привет. У меня тут небольшая закупка продуктов, и не только продуктов. Я, в общем, купила вот такое оргстекло, как его называют, клеенка, как хочешь, в общем, ее обзови. И хочу застелить столешницу, чтобы не порезать ее. В общем, вот так вот на стол хочу ее постелить. Она с одной стороны такая шершавая, с другой стороны глянцевая. Вот. Взяла 2 метра, так как столешница двухметровая, взяла 2 метра, ширина 80, но придется ее подрезать, потому что ширина столешницы 60 сантиметров. Вышла она у меня на 1000 рублей. Дальше у меня были покупки в светофоре. Ничего особо не брала, пару баночек энергетика. Масло привезли неплохое, светофор. Такое благорусское какое-то масло, полкилограммовой пачки. И взяла баночку сметаны Пятигорской. Она мне нужна для выпечки, то есть не на еду, а именно для выпечки. Потом что у нас было? Сейчас покажу. В фикс-прайсе взяла попробовать гель для стирки жидкий для детских вещей. Мне понравилось, как он пахнет и такой густоватый. То есть до этого смотрела другой, он прям вообще жидкий-жидкий был. В общем, такая 1,5 литра, 150 рублей. Ну, вроде сказали, что его частенько берут. В общем, взяла тоже попробовать. Потом мне нужен шоколад для работы. Альпен Гольд, тоже покупаю его в фикс прайсе по 79 рублей за 150 грамм. Не знаю, насколько давно появились от Фрутеллы мармеладки. Дети у меня очень любят, да я и сама люблю. 59 рублей, 150, по-моему, 150 грамм. Сейчас найдем. Сейчас найдем. Да, 150 грамм. Такие звери микс и медвежата. И наконец-то привезли мою любимую лапшичку VIP Том-Ям. Вкусная остренькая лапша. Мне нравится именно сама по вкусу лапша. Ну и соус у нее вкусный, но именно по вкусу лапшичка очень классная. Он, правда, конечно, по 79 рублей баночка. Так. И была у меня закупка в продуктовом магазине. Сейчас покажу. Так как на завтра много работы, то есть это и были яйца, и сахар, и все в этом духе. Так, взяла помидорки азербайджанские. Так вкусно пахнут на салатик. Дальше для прослойки мне нужно было киви. Ванилин разрыхлитель, это естественно, как обычно. Даже если мне его не надо, мне его все равно надо. Так, дальше 3 баночки сметаны. У меня будет один из тортиков медовик. То есть мне нужна будет сметана. Затем йогурт, который я всегда добавляю. Если у меня творожный йогурт и крем, я добавляю вот именно вот этот йогурт. И взяла нектаринки. Они тоже так вкусно пахли. Прям так захотелось нектаринок. Ну, в принципе, уже как бы сезон, можно закупаться. Так, и еще пакетик. И золотой наш сахар. 3 пачки. Морковка у меня закончилась. Тоже нужно было. И смотрите, я еще взяла почти килограмм нектаринок. Мне тоже тортик нужен с персиками. Но персиков не было, я решила заменить нектаринками. Баночка консервированных персиков сейчас стоит 320 рублей за 700 грамм. Но 700 грамм это не чисто нектаринки, это вместе с сиропом. То есть самих персиков там полкилограмма получается. Вот. Я решила взять свеженьких на тортик. Также для прослойки мне нужны бананы. Это разные все торты, то есть это не все в одно. Еще баночка йогурта. Дальше танчик. Муж у меня подсел на Тан, на Иран. Постоянно теперь его покупаем.
и яйца. Три пачки яиц. И дали трех. Приколыши, скрепыши, блин, кого только нет. Открыть сейчас или дождаться, детям оставить. А, эти муки выбор. Давайте один откроем. Давайте зеленый, чтобы они не поругались, я открою зелененький. Такая, по-моему, есть эта планета. Да, по-моему, у них есть она. В общем, хрень, конечно, редкостная на самом деле. Ну да ладно, пусть будет. В общем, вот такая вот у меня закупка. Еще я пенопласт покупала, мне тоже нужно было. В общем, в итоге я оставила 5000 рублей на все про все. Вот. Спасибо, что были со мной, посмотрели со мной мою распаковочку. Ну и краешком, краешком глаза я вам покажу свою новую кухню. Здесь не смотрите пока, потому что у меня при доставке разбилось стекло. И сейчас, в общем, ждем, когда его заменят. И вот такая вот у нас новая теперь кухонка. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока.